Первый эффект заметил мой папа. Он увидел меня где-то через 2 недели после того, как я начала использовать эту программу, и спросил, как бы, что я делаю. У меня специальная программа от Artistry. И вот прошло 2 недели, он говорит, у тебя стала светиться кожа. Я говорю, ну, спасибо, пап, я любимая дочка, я понимаю. Кожа стала более сияющей, гладкой, улучшилась текстура кожи, очень мягкая стала. Кстати, пропал абсолютно жирный блеск. Потому что у людей, у которых кожа склонна к жирности, есть такая проблема, что они очень сильно ее пересушивают. Но когда я стала ее больше увлажнять, пропал жирный блеск, и кожа стала намного лучше себя чувствовать от этого. Но самое невероятное, что вы почувствуете, то, что ваша кожа, она здоровая. Она здоровая, она светится, она, знаете, она, ну, наверное, той кожи, которую вы давно не видели. Здравствуйте! Недавно я проходила программу комплексного омоложения и сияния кожи с Artistry Dermasonic. И хочу поделиться с вами своими ощущениями. Цвет лица стал более светлый, он стал ровный и он стал, конечно, сияющим. Кожа действительно стала более упругой, более крепкой. Это можно увидеть вот в области вокруг глаз или в области носогубной. Было много интересных моментов, и вот, наверное, на 3-ю неделю я стала обращать внимание, как у меня в области скул стала очень подтягиваться кожа. И это происходило не только в момент, когда я пользовалась этой насадкой, но и в течение всего дня. Кожа стала более увлажненной, более мягкой, она стала очень ровной и эластичной. Тонус кожи значительно улучшился, очень явно стали обозначены овалы кожи. И, кстати говоря, мои приятельницы сказали, что не похудела ли я, потому что ощущение, когда кожа подтянута, она как будто прям, как будто минус 10 килограмм. Всем привет! Меня зовут Светлана. Прибор Dermasonic очень приятно держать в руках. Он занимает очень мало места, и это удобно брать в дорогу. Ну а самое главное, что этим прибором может пользоваться каждый. После использования ультразвуковой насадки я заметила, что кожа стала светлее и заметно сузились поры. Применение прибора Suse Extend Ultra заметно подтянул овал лица. На 3-ю неделю я заметила, что кожа вокруг глаз стала более упругой. У меня наблюдалось некоторые морщины в виде решетки, и я не замечала 1-ю неделю, 2-ю неделю, а вот на 3-ю неделю это стало очевидно. Морщины в области лба стали менее заметными. В целом я подумала, наверное, за счет того, что все-таки ультразвуковая насадка сокращает поры, и гальваническая насадка напитала сыворотками, которые позволили усилить эффект лифтинга. И была такая ситуация, когда мы с подругами стояли у зеркала, выходя из квартиры, они повернулись на меня и сказали, что ты делаешь, мы тоже хотим.